Я предложил кандидатам сформировать будущую коалиционную администрацию Жуковского. Предположим, Игорь Новиков, глава города, Александр Аниканов, если это ему нужно, действительно, он хочет это достичь результата, становится первым заместителем с курированием важнейших вопросов. И в администрацию города входит также Сергей Кнышов, который мог бы взять на себя тоже определенную часть вопросов, как человек активный и имеющий определенный опыт, в том числе в Аэрофлоте и в профсоюзной работе. Так мы и договорились. Затем начались повторные, второй раунд консультации с кандидатом. Второй раунд нам удалось провести, к сожалению, только с Кнышовым. И здесь меня ждало горькое разочарование. Сергей Кнышов, к сожалению, несмотря на все патриотические лозунги, выдвинул на столь неприемлемые, столь абсолютно неприемлемые требования, которые он излагал за свою поддержку Новикова, что переговоры зашли в тупик, они закончились, как бы, так сказать, еще не начавшись, еще не был обсужден механизм не гарантии, хотя мы хотели обсудить механизм гарантии, мы хотели обсудить публичные соглашения, мы хотели определить, так сказать, гарантов и так далее. Но оказалось, что вот предъявленные им требования, они ни в какие ворота избирательной кампании не пролезали, и они, эти переговоры закончились ничем. Все это дело рассыпалось, и, по сути дела, это был завуалированный отказ. Я не знаю, чем руководствовался при этом Сергей Кнышов, это вопрос к его совести.